А где ты сейчас, расскажи? На Тиковый мост приехали. Тиковый мост как называется? Убейн. Убей. А город какой? Мандалай. Столица? Мьянмы. Пойдем. Чтоб не заезжали, да? Какие изделия? Как у деда растяжечку делал. Нормально. А вон турик попадает. Угу. Музычка, да? Дискотека. Иди вперед. А время сколько, скажи? 7:15. Рассвет? Да. Смотри, там сзади погода какая. Класс, да? А тут огороды уже. Ну как тебе мост? Да. Не боишься? Много людей, тут, наверное, вздошненько. Ну да. Так с утра классно приехали, никого нету, видишь? Это называется никого. Да. Музыка закончилась. Огород, видишь, у человека. Сейчас я, сейчас линз остановлюсь. Так, поснимать. Назад. Столько лодок. Тут по этому можно поплавать, я думаю. По идее. Нормальная мужская одежда здесь такая. Юбочки. Фермер местный. В 7 утра дискотека уже, да? У них в кармане музыка. У девочек. Угу. Уже на ту сторону вообще перейти к той пагоде большой. Uh-huh. А потом обратно пройтись. Uh-huh. Да? Да. Как раз солнышко будет подсвечивать отсюда. Сейчас хочу озеро поснимать, Лена. Под мостом живут. Гудит что-то, слышишь? Поезд, наверное.
какая коряга, да? Угу. А там группы фотографа, видишь, с этим. Ну да. Что ты называется? В зимних шапочках, видишь? Угу. Зима, что хоть 9 декабря. Давай, давай. А вон солнышко сейчас будет сходить, смотри. Угу. Он селфи делает. Угу. Непонятно, что он делает. А, он покажет. Ну, теперь это селфи. Смотри, водочка такая, полузаткнутая. Угу. Вокруг костра толпа собралась, да? Угу. Обсуждают что-то.